Василич съездил за пенсией. Надо покупать, кушать. Чё купил? Буду подавать, короче. Яйца не помнишь почем? 30 штук упаковка. 127. 127 рублей за 30 яиц. 28 рублей вот такой лимонад. Да. Сейчас я в сторону сюда. Две коробки спичек. Вот таких. Кофе. Вот такое. Вот кофе. Запыхался отец. Так, начну подавать. Отец один ездил. Вот там привезли. Там работник магазина подошла, тоже выбирала. Там и коричневые, вот такие вот. О! Шпагетти. Попробовать. Чинь-нь, хунь-нь, дюнь-дюнь, хунь-нюнь. Корона Востока. Китайская. Вот такие. 3 минуты варить. Хунь-нь, хунь. Колбаса кровяная. Ох ты, кровяная колбаска. Да. Вот такая кровяная колбаса. Сюда, в сторону. К маме. Мама тут. Пельмени. Такие пельмени. Домашние. Производитель Новосибирск. Город Новосибирск. Паштет из лосося. Острый. Паштет из лосося. Икра трески. Икра трески кусочками. Ну, что-то посмотрел, думаю, так это детство вспомнил. Раньше нормально было. Икра из кабачков. Да. Кабачков, а что хоть? Производство. Да. Не вижу. Белорусская икра. Республика Беларусь. Произведено. Вот такая икорка. Опа! 4. Так, мясо цыпленка особое. Не знаю я чью. Производство. Калининград. Калининградская. Так, дальше. Что у нас? Ух ты, оригинальный. Да. Не сыр. Вижу тут. Сыр, короче, сырный продукт. А, луку. Кстати, лук по 24,50 за килограмм. Да. Рыбчатый. Ну, это я по хозяйству. Хозяйственное мыло такое. Сибирский мыловар. Маме детское мыло с кремом. Держите, мамуля. Зачем мне это? Тебе покажи. Поделимся. Поделимся. Так, вот такие конфетки, семечки с мягкой карамели. Так, сюда пока уберу. Как я угадала. Дальше. Сейчас с продуктами закончим. Не обойдемся без сладкого. Так. Чай. Черный вот такой. Это который ты покупал? Да. Да. Печёлча яичная. Так, дальше. Теперь пошли брикеты. Брикеты, суп гороховый. Да, без губ помада, натрия. Так, гороховый с курицей. Гороховый. Рассольник. Гороховый. Суп гороховый. Гороховый суп. Год большой. Да. Рассольник. Как захотел, так это как горох. Горох вкусный. Так, дальше. Лапша. Лапшичка. Такая. Так, масло калининградское. Мята. Ага. Котелок говядина тушеная. Вот такая. Такая говядина. Соус с болгарским перцем. Ой, вообще не вижу. Что за соус? Откуда? Молоко питьевое. 3,2%. Тяжин. Тяжин. Область Кузбасс. Молоко с области. Горох. Клоты. Потом вот такие. Бульон куриный, смак,
Дальше. Колбаска к чаю, сибирские, ветчина, мясопродукты. Аппетитные, охлажденные, малосодержащие сосиски. О, и конфетки, вот такие шоколадные конфеты. Так, дальше. Сейчас я сразу покажу в сторону. Вот такие два порошка, не помнишь, белизна. Отец стираться, да, купил? Да. Два порошка. Да, кукурузные хлопья. И крайний пакетик. Все, отец потому что был один. Так, газ универсальный, совсем легкие. Что-то они 220 грамм. За 200 грамм 100 рублей с лишним, да? За стакан газу 100 рублей с лишним. За стакан газа. Так, вот такое жидкое мыло. Ледяной цитрус. Средство для мытья посуды. Вот такое. Лампочка 20 ватт. Вот такая. Крем для рук. Вот такой аквакрем я взял. Так, горошек. Натурал вот такой. Скумбрия. Вот такая. С натуральным маслом. Две. Так, икра, трески. Дальше, 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 дальше. Время у нас подходит. Шпроты. Вот такие шпротины. Паштет из лосося. Все. И котелок. Ну, в общем, все, вот такие покупочки. Как раз 7 минут мы уложились. 7 минут 15 секунд у нас ограничение. Отец, пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока. Отец вот такие покупочки купил. Все, подписывайтесь на канал Бородатые рецепты Васильича. Всем пока-пока.